случае, если интернет работает медленно, следует уточнить, какая скорость вам должна предоставляться по договору. Для того, чтобы проверить скорость подключения к интернету, достаточно зайти на сайт speedtest.net и нажать кнопку «Тест скорости». Если скорость отличается от заявленной в тарифном плане, необходимо связаться со службой технической поддержки, специалист, который проведет диагностику и выяснит причину. Служба технической поддержки Intercomtel работает круглосуточно и без выходных. Телефон 93 93 99.